25 народных избранников, которым в ближайшую пятилетку предстоит работать на благо Первоуральска и его жителей. Сегодня они получают свои официальные документы. Дмитрий Маштаков в городскую думу избран впервые. Его первоуральцы знают по работе в местном отделении молодой гвардии. Теперь же, получив мандат, народный избранник готов к решению более масштабных задач. Люди за меня голосовали, выбирали. Я теперь должен работать плотно с этим с этими группами населения, потому что я понимаю, что люди были достаточно брошены, да, в таком состоянии, непонятном находились. Сейчас у них появился свой депутат, к которому они могут обращаться. Я буду стараться выполнять все их наказы. Впрочем, большинство среди избранных депутатов – те, кто получил поддержку избирателей не впервые. Александр Цидилкин в Думе уже в третий раз. Народный избранник уверен, первоуральцы уже успели дать положительную оценку его работе за прошлые годы, поэтому выбрали вновь. Наказы избирателей я знаю. Наказов действительно очень много, потому что частный сектор запущен. Придется действительно очень много работать. А по Ванеру, значит, избиратели очень просили благоустроить громаднейший двор. Один из больших дворов нашего города. Будем прилагать все усилия, чтобы наказы избирателя были выполнены. В городской думе из 25 мандатов 21 у единороссов. У партии власти подавляющее большинство. В первую очередь цифры говорят о доверии к депутатам и партийным проектам. Партия «Единая Россия» в связи с таким избранием, естественно, берет на себя всю полноту власти. Это очень важно. И те преобразования, которые в городе происходили благодаря партии власти, благодаря «Единой России», они не должны останавливаться. Они должны, наоборот, наращиваться. И город наш должен становиться все лучше и лучше и комфортнее для наших жителей. И партия это гарантирует. Сразу после вручения мандатов народные избранники отправляются на встречу с Евгением Куйвышевым. В Екатеринбурге глава региона озвучит основные этапы грядущей пятилетки развития. А первое заседание городской думы нового созыва запланировано на 28 сентября. Никита Нехорошков и Михаил Пиранков. Служба народных новостей.